Ты не живой, твой
Свидетельство мое есть истинное, и вере, кое истинное есть, свидетельство
Христе, да мне, вы послаете кою водной, и свидетельство о истине, а жене у человека свидетельство приемлю, но сие глаголю, но вы спасение будете. Он же святитель горя и святой, вы же восхотите, возрадовайтесь в часе святения Его, а же имя свидетельство Боли Иванова, дело Боя рододение Отец, да совершу я, то дела я же остворю, свидетельство до мне. Я кого тот сами послал, и послал меня Отец сам, свидетельство мне, ни гласа Его нигде же слышите, ни видение Его видите, и словесе Его не имате пребывающе в вас, за ней Боже Той послая, всем во веру не являте. Испытайте Писание, якобы мне те в них имете живот вечный, и то спутите слышал мне, и не хочете прийти ко мне, даже вот имате. Славу человек не приемлю, но разумей твое по любви Божией имате в себе, а стридок во имя Отца моего, и не приемлете мне, а еще и придет во имя свое, только приемлете. Как вы можете веровать и славу друг от друга приемлюще, и слава я же от единого Бога не ищете, не мните, яко одна вы реку к Отцу, я еже есть, и же на выглаголит Моисей, на его уповаете. А если бы вы веровали Моисееве, веровали бы вы убои мне, о мне его той писали. А если ли такое писание не веруете, как о моим глаголам веру имете. Постих иди Иисус на вон пол моря Галилеи Тиберианской, и по ним идяши народ много, яко видя ку знамени Его, я же творяше, но не нужны. Речи Господь своим учеником, сие заповедую вам, да любите друг друга, а еще мир вас ненавидит, видите, яко мне прежде вас возненавидит, а еще от мира бысти были, мир купо свои любил бы, яко же от мира нести, но асит брат вы от мира, всего ради ненавидит вас мира. Поминайте слово, еже ас рек вам, несть раб боли Господа своего, а еще менит ваша и вас и женой, а еще слово мое соблюдуша, и ваше соблюдуте. Но сия вся творят вам за имя мое, яко не видя пославшего мя, а еще не бы пришел и глагола им, греха не бывше имени, ныне же вины не ему, то кресте свое, ненавидя меня, и отца моего ненавидит. А еще дел не бы сотворил в них, их же и никто не сотвори, греха не бывше имели, ныне же и видишь, и его ненавидишь меня и отца моего, но да сбудет то слово, писанное в законе, якого ненавидишь обетуне. Егда же придет утешители, его же вас после вам от Отца, Дух истины, и же от Отца исходит, то и свидетельствует о мне. И вы же свидетельствуете, яко исходит со мной исти, все глагола к вам, да не соблазнитесь о. Отцом иди и живут вы, но придет час за всяк, и же убедит вы, возьмись на службу, приносите Богу. Слава Господи, слава Тебе.
Миловатский, еще патриарх Московского Христианства, и Света Троицкой Святой Лавры, Священной Архимандрита, и господина Высокого Пресвященника Дине, митрополита Архангельского Николаевского, господина Пресвященника Александра, Ищикова, Пресвященника Архимандрита Польского, заповед Господь Бога Царствия Своем, да, ныне Христу и во веки веков. Господина нашего Преосвященнейшего Василия, епископа Господа Ильинского, Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический монашеский чин церковный, настоятелям, братьям святого храма сего, где труждающихся, поющих, жертвователям, благоукрасителям, прихожан, вас и всех православных христиан, да поменяет Господь Бог по царствии Своем, всегда и присно, и во веки веков. И на церковь благодатные для Духа Святаго были извиты многообразно. И вот совершали христиане, особенно первых эпох, великие и славные такие вещи, чудеса. По слову апостолов, мертвые воскрешали, исцелялись больные, недужные. Это совершали не только апостолы, а всякие, к примеру, апостола нашего Иисуса Христа. То есть все получили дар Духа Святаго, и самое главное, каждый ощутил прикосновение к себе Духа Святаго.